Однако в Токио Виктор Алексеев неожиданно запрещает колоть обезболивающее. Это решение не могло не сказаться на результате. В итоге только бронзовая медаль. Через 4 года спортсменка готовится к своей 5-й Олимпиаде. Она в хорошей форме и намерена бороться за медаль. Виктор Алексеев присылает ей индивидуальный план подготовки. Но в последний момент Галину Зыбину не включают в состав олимпийской команды. Как позже выяснилось, инициатором этого решения был ее тренер. I'll be back.